Глава Одинцовского округа Андрей Иванов совместно с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Еленой Казимир принял участие в субботнике возле военного госпиталя в Одинцове. В рамках Всемирного дня чистоты прошла уборка лесного массива от стихийных навалов мусора на Подушкинском участке лесничества. Это излюбленное место для прогулок и отдыха жителей, в том числе тех, кто навещает пациентов, сказал Андрей Иванов.